когда мы начали строительство храма, король Стефан вступил на трон, а принцесса Мод сбежала во Францию с сыном Генрихом. 14 лет спустя. Все эти годы Англия была терзаема войной и страданиями. После смерти короля Стефана королем стал сын Мод, Генрих II английский. Теперь мы живем в мире и надежде на светлое будущее. За этот дар и за наш прекрасный храм я благодарю Бога, короля, жителей Кингсбриджа и несколько поколений неутомимых работников. Наш храм не завершен и никогда не будет. Ведь человек всегда стремится к совершенству и не может его достичь. Так и храм наш всегда будет меняться, расти и жить в веках. Как свидетельство наших скромных стремлений примкнуть к Господу. Этот храм, друзья мои, это не камни, не статуи и даже не место для молитв. Это процесс созидания, прекрасный труд, которому, даст Бог, не будет конца. И последняя благая весть, мне нужно упомянуть об этом. Джек вставил в окна. Вы, наверное, слышали о нем? Цветное стекло. Он наполнил этот мир светом. Хвала Господу.